Вот уже 3 года Харцизск принимает переселенцев из пострадавших от войны городов и поселков Донбасса. И это понятно. Наш город оказался на приличном расстоянии от линии разграничения, что делает жизнь в Харцизске вполне безопасной. Созданная при горадминистрации специальная комиссия регулярно рассматривает обращения беженцев. И практически каждую неделю от 3 до 7 семей получают статус перемещенного лица, который позволяет получать различные виды помощи. Как раз в ближайшую пятницу, 1 декабря, в Харцизск поступит очередная партия гуманитарки от Международного комитета Красного Креста. Международный комитет Красного Креста обеспечивает переселенцев гуманитаркой 1 раз в 3 месяца. 1 декабря машину с продуктовыми наборами, каждый весом около 20 килограммов, ждут в профилактории Харцизского трубного завода. Сегодня здесь проживают 84 человека. Всего же в Харцизске зарегистрированы 324 переселенца. Война еще идет, с разных уголков республики к нам прибывают люди. Еженедельно мы рассматриваем порядка от 3 до 7 семей, которые имеют право и которым присваивается статус перемещенного лица. Большая часть проживает в жилом фонде, снимают квартиры, проживают в жилом фонде. Те лица, которые не могут найти себе жилье, естественно, предоставляется от уполномоченного по правам человека жилье у нас в городе Харцизске по Кондратьева 4, профилактории. Татьяна Кейдун напоминает переселенцам, что для получения гуманитарной помощи помимо паспорта необходимо будет предъявить выданную УТСЗН справку о присвоении статуса перемещенного лица.